Метро Исход, дорогие друзья, легенда. Всем приятного просмотра. Чай, кофе приготовьте. Вкусняшки. О, Анька, привет. Я вернулся. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, комментарий, прожимать колокольчик, если вам нравится мой контент. Продолжаем. Так, не, нам нового не надо. Продолжить. Прикольно сделано. В порту я встретился с Крестом, механиком, о котором говорила Катя. Он рассказал о местных фанатиках и пообещал помочь нам, если мы возьмем его на борт. Он тоже направляется на восток. Главная трудность теперь — перебраться через разводной мост, на котором обосновались фанатики. С их отношением к технологии вряд ли стоит ожидать, что они его опустят, чтобы пропустить Аврору. Правда, сейчас появилась более важная проблема. С Аней пропала связь. Уверен, ничего страшного с ней не произошло, но бдительность терять нельзя. В последний раз она выходила на связь неподалеку от холмика с какими-то антеннами. В смысле, что, Аньку потеряли, что ли? Вы что, издеваетесь? Она же была на поезде. Ну, приколисты. Да, у меня ничего нету. На выход. Сейчас карту возьму. Так, там вопросительные знаки. Но мне тут X показывает. Сюда надо куда-то. Не пойму. Сюда, что ли? Ходит, бродит. Куда-то сюда показывает. О, вот оно где. Черепок. Угу. Открыть, закрыть. И как? Наверное, с другой стороны где-то есть вход. Может, под домом? Он что-то сияет. Ой, бляха! Да ты издеваешься, что ли, прикол? Как... Вот, Анька! Артём? Ты меня звал... Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Так, надо ее отсюда вызволять. Плоховато она. Здесь нормально пушка у нас. 21 патрон всего. Блин, надо что-то другое надо найти. Он там мне показал, он надо туда попасть как-то.
закрыто здесь. Сейчас найдем мы. Вон туда надо, наверное. Грибочки. Отрава всякая. А ну доставай зажигалку. Подожги все нафиг здесь. А, ломать надо. Ломай тогда. Ногой ломай. О! Ух ты! Вместо чего? Ну, мне это получше будет, вот это вот ухо. А дробаш я не поменяю. Тут пульки есть. Ну, тогда давай снимать. Гадость какая. Сожги нафиг. Самому надо фильтр менять уже. Сейчас, Анька, подожди, свет. Зажгу. Кыш отсюда, кыш с руки. Ой-ой. Ага, здесь прохода нету, да? А если там? Там тоже нет прохода. Давай, выходи отсюда. Застрял. Значит, стену надо. Больше некуда. Залезай. Сейчас что-нибудь выскочит, да, слева, справа. Опа-на. Ты что-то заметил здесь, нет? Да ты прикалываешься, у меня фильтров нету. Тихо упал. Зачем эти грибы я собираю, без понятия. Видать, нужны будут нам. Что за штука такая? Фильтр потом поменяю я. Не хочу лишний раз тратить. Где вот он? Больно, да? Нифига он камнями кидается. Как ты сюда попал? Сколько вас тут? О!
Бляха. Как вовремя меняет. Тихо. Зубы свои убери. Зубастик. Мне сюда надо, нет, непонятно. Ну я это кругами хожу. Патрошки, смотрю, может есть, ни одного патрона нет у меня. Все заканчивается. Грибов навалом. Давай, открывай. Выносите Аню быстро. Надо полковнику сказать, что мы ее нашли. Хорошо, Артём нашел. Опять маску сняла. Что это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. Пулемет у него хорош. Местные повесили, чтобы подальше. Спасибо, держаться. Родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Ещё чего. Я сама. Сама пойду. Я думал, он имеет в виду бочки. Минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвёт. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Не, давай я тебя понесу, быстрее будет. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила её. А так все в норме. Артём и ребята тут. Анька, ты инфаркт за старика доведёшь. Вернёшься, получишь и меня. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты её за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут ещё Степан гражданских на борт тащит. С ума все подсходили. Честно, беги, лучше помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Все нормально. А чё, Сэмчик? Не хочу я тебя здесь одну оставлять. Скажи, чтобы мы знали, если наткнемся. Ну как? Так, мне надо обратно, что ли? Ну чё, придется обратно идти, да?
Тихо, 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 тихо. Сердце так и калашматит. Упал с первого раза. Прямо в хвост. Лежи спокойно. Чё ты бесишься? Чё ты бесишься? А? Скотина. А! Говнюк. Сейчас внимание привлеку. Ладно, пойдем. Не нужно нам лишнее внимание здесь. А я пешком здесь смогу, нет? Зачем мне переплывать? Я вон по... По вот этим штукам. Прям сердце как стучит. Это выносливость у него, что ли, заканчивается так. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь, надо что-то делать. Ого, хорош. А чё, их здесь оставим, что ли, блин? Ё-моё, вот ты чё? Куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Не-не. Здорово. Артём, прими свою руку, делай. Видишь, как все срослось? Садись. Нехорошо-то как. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Нет, по-любому брать надо с собой. Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валяться? А какой злой-то он, лица прямо. Появилось. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Дело говорит. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Конечно. Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из стольких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Ой, блин, опять один. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Зато зверьё. Ну, тоже не того. Того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и
молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. Саня и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Ну, я пошел. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил. Хороша. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал, попробую установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Что он сделал-то? Что установить? Что-то он мне пистолет показывает наверху. Собрать, разобрать. А, ага. А можно я глушак поставлю? Так, ну он стоит, глушак. А, ну, пламегаситель. Почистить. Что это такое? Герметичная пневмосистема. Ага. Ну, вроде как было. Аня. Спасибо вам с Артёмом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силанти этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артёму удачи пожелать. Конечно, Артём, пусть вас Бог хранит. Ой, спасибо, но я пошел. Вам, Стёпа, спасибо. Счастливо оставаться, я скоро буду. Так, тут что-то есть, походу. Артём, тут тебя Настя попросить хочет. Говори, Настя. Дядя Артём, а вы Мишку моего найдете? Молодец, давай теперь я. В общем, демоны где-то на цистернах гнездятся. Глянь, вдруг эта погонь туда Мишку занесла. Понимаю, звучит странно, но это ей отец подарил. Она теперь ехать без него никуда не хочет. В общем, буду у тебя в долгу. Мне обратно надо. Ну да. А я назад иду. Шеи рисковать, понятно, не надо. И еще. Я там гитару слышал. Звучит хорошо. А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое. Но если получится...
Подожди, я же там был уже. Или нет? Куда перейти, я лучше с этой стороны, наверное. Потому что там у меня не получится. А по воде я не хочу. Ладно, спустимся здесь. Извините. Так, боеприпасы надо беречь. Всякую херь не задевать. Тихо, мирно пробираемся. Никого не задеваем. Ходят они себе и ходят. Ой, блях. Тихо. Еще один тут. Молнии хреначат. Уйди отсюда. Гуляет как. А, мы здесь провалились. Вот на эти штуки не наступать. Так, я вроде правильно иду. Нет, оно другой стороны находится. Иди нафиг отсюда, откуда взялся. Кыш отсюда. Чпок, чпок. Вам это не надо, ребята. Не надо. Не хотел никого задевать, но... Что-то мне... Захотелось. Я снизу я хочу. Я не хочу сверху. Бабахай их там, бабахай. Да, придется на лодке. Там шашлык происходит. Идешь сюда? Не надо мне сюда идти. Как живой, ёптой. Сюда ты не проскочишь, мне интересно? Он там... Акула-кит, блядь, плавает. Так, надеюсь, он меня не увидит. Будем тихо, мирно. Че, надо было вот... Ой, бляха. Еще стреляет чем-то. Кыш отсюда. Тема, побыстрее из воды. Давай. Вон сюда заедем. Нифига себе молния эта шаровая фигачит.
Громко. Опа-на. Уу. Нету пулик. Сколько в тебя влезет-то? Ты в курсе, что ты прямо передо мной стоишь? Ой, бляха, я же не то взял. Вот это я... Ох, я... Где еще-то есть? Он же показывает, где ты есть. Братела, не шваляй, сдаюсь я. Мне сначала понять, где ты? А, вот ты где. Все, шабаш, бля, сдаюсь я. Кидай оружку. Кидай оружие. Пацанчик, ты это... Спокуха... Все, усни. Царь рыбы просишь? Ну ладно. Спасибо тебе, добрый человек. На здоровье. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Все, будь здоров, я пошел. Нифига, зверь там. Все, наверх поднимаюсь. Ничего нету здесь. Хорош. Живем. Подожди, там кто-то лежит. Надо бы обыскать. Так, надо бы... А, он же мешок не достает. Я хотел. Я же снял с автомата своего все. Дурень. А хай горит. А как здесь-то? Не пойму я. А, сюда вход. Ну это же вроде автоматическое, да?
Опять автомат ставишь. Я хочу вот это поставить. Вот. Я не пойму, почему он не... Я вот эту хрень хочу оставить. У меня патронов здесь много. И на автомате, и на пистолет. Как, бляха? Вот эту оставь, вот эту. Или не ты эту не оставляешь? А дробаш у меня сколько на дробаш? На дробаш тоже достаточно. Ну тогда разбирай нафиг. Что-то они. Так, наверх, да? Ну тогда так. Лезь наверх. Вон гитара. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Брынь. Он твой отвезет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще и с прибытком. Давай, Семен. Время, деньги. Все, я ушел. Уплыл. Опять эта молния гуляет. Вон она. Что-то плюется. Бежать. Красавчики. Очередь. Камень кидает. Как тебе? Со всех сторон лезут. Видишь, да? Надо как-то обходить вот эту хрень. Иначе быть беде. А она сюда идет, гадина. Бляхай. Иди отсюда. Ну, сколько закаток здесь? Ушел, нет? Ого! Умер! Ну, хорошо, хоть сохранился. Недалеко.
А? Буду знать, что там внутри ничего нету. От греха подальше, блин. А здесь звери. За мной сволочь ходит. А как туда перебраться? Ага. Ну давай так. Не кричи. Все будет хорошо. Спи. Уже здесь, смотри-ка. Ай-яй-яй. Посмотри, как-то хер попадаю. Надевай. Пуколки. Так, я вроде здесь был. Уже. Или не был. Зверьё моё. Здорово. Что такой живучий? Бляха. А как я сюда попал? Так я же в другую сторону хотел. Здрасте. А я обратно взял, пришел. Молодец. Ой-ой. Вот молодец, ничего не скажешь. У меня еще лодка с той стороны осталась. Спи спокойно. А, еще ты там ходишь. Ну как красавчик, конечно. Что, где? А лодочки-то от нету, да? Придется пешком. Дозиметр. Да нет, сейчас пробежим быстренько. Он там кругами. Круги наваривает. Вернулся обратно. Ёб твою налево, блядь. Ну зато гитару принесу сейчас ему. Кто там мне гитару хотел? Ты? Привет, Артём. Привет. Нет, не ты. Ты гитару же мне хотел, да?
Но ему пока не надо, походу. Я вернулся. Артём, да. Я ведь тебя так и не Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Это я. Спасибо, любимый. Ну, беги. Тёмке. Возвращайся скорее. Обязательно. Жди меня. Так, еще раз на карту смотреть. Привет, Артём. Здорово. А где-то Мишка, он мне показывает, да. Так, ну пока идем прямо. Ну, серьезно, что ли? Давай. Ёлки. Из 50 патронов осталось. Хрень. Вот я и стратил. Прогулялся, называется. Так, мы здесь были. Чувака здесь освободили. Дальше. Дальше туда. Угу. Вызвать лодку здесь надо, да? А я лодку оставил где-то... Где-то не помню уже. Он где-то тут. Ой, как хорошо. Сейчас возьмем лодку, да? И поплывем. Самое главное, чтобы вот это вот... Чудо нас не... Перевернуло. А как в ту сторону попасть, мне интересно. Ага, мне вот надо было туда идти. А я с дуру не туда пошел. Тихо-тихо. Сюда пришел, блин. Автомат свой разобрал. Патроны потерял. Израсходовал. Крутяк. Ну ничего. Самое главное, гитару нашли. Это самое главное. Да? Хотя мы играть на ней не умеем. Но кто-то же умеет из наших. Так, это нам надо налево. А я пошел вон туда. Нафига? И гранату еще потратил. Спокойно лег. Так, здесь я могу провалиться, да? Опять дурики появились. Эти на молнию.
Сюда поближе. Артём, Мельник на проводе. Даю координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. А зачем тебе это? Пусто, да? Плохо. Ну, идем искать. А зачем нам электричество? Что-то они желтые, они красные. Ты можешь перепрыгнуть туда? Не, походу он туда не может. А, тут дверь открыта. Ну как дощечки висят на воздухе. Доставай водичку, попьем. О, лодочка. Вот так хорошо. А что с дробашом? Да, зачем? Это же... Не, подожди, мне же надо этот... Патроны же сделать надо. Ну, вот этих у меня нету. Только не трать, пожалуйста, налево и направо. Очень тебя прошу. Здорово, мужики. Смотри, кто пожаловал. Ага. Ну, здравствуй, Ерик. Привет, привет. Пришел верных испытать. Оружием своим нас запугать хочешь? Не выйдет. Да нет. Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Вон кит плавает, слови его. И пожарь. У еретиков есть вообще душа-то? Есть. А ты глянь, какая бронь у него. Сразу видно, нечестивая. Ух ты. Ух ты. Военным подвижником бы этакую.
Но только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно? Да-да-да-да. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили. Ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы... Мне сюда можно как-то или что? Соблазн это. Соблазн техникой, могуществом ее. Все... Сквозь провода прохожу. Что здесь? Надо мне. И какую-то бочку надо найти или что? Я понять не могу. А зачем мне оно надо? Просто на ту сторону переплыть. О, подожди, подожди. О, что-то есть. А ну-ка, 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 ну-ка. С пылу жару, с парком. О, сейчас там что откроется? Дверь откроется сюда, да? Бункер. Да почему ты туда-то тянешься? Свет же включили, нет? Не пойму. А, вот здесь. Рубильник. Что-то я не пойму нифига. А, с другой стороны. Я гляжу, там сверху можно. А как наверх не попасть? Ага, вот, 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 вот. И все, что тут было? А, сейчас бункер открыт. Точно. Точно. Заработало. И что мы взяли? Я без понятия, что мы взяли. И зачем оно нам надо? Батарейки какие-то. И куда эти батарейки? Опять сюда? Так куда ты пробежался так? Да нет, не сюда. Угу.
Разряд! Сейчас горит. Ну тут вроде нифига уже нету. О, упустил чуть. Хорошо, что я вернулся-то. Не пойму я, куда эти батарейки, что это за батарейки и вообще куда они нужны. Ну и ладно. Пойдем на лодочку сядем. Так, поплыть надо вон туда, да? Ну, походу, да. Выгоняет еще, смотри. А вы на чем уплывете отсюда, мне интересно? Что они, мне интересно, здесь ловят? И это динозавр подводный. Вон он. Ого, летун. Ой, ёлки. Это медпункт был. Чувак повесился. Так, да. Журнал учета больных. 12, 8 с острова лучевой, 3 ОЛБ, 4, что-то там прогноз во всех случаях неблагоприятный. Из препаратов 32 ампулы ампицилина, 40 ампул трамадола. 7 февраля. За 3 дня 5 новых больных, все с ОЛБ. С облучением, наверное. Сделать ничего не смог, тяжелым трамадол. 11 февраля. Новых больных больше нет. Все здесь. За 3 дня 7 лет. Исход. Земля как камень. Складываю из сарая. Антибиотиков нет. Даю физраствор. Говорят, легче. Так. Февраль 15. Еще 6 лет. А, и 6 летальных исходов. Все уже давно понимают, но все равно благодарят. Осталось 2 трамадола. Обе дам Вере. Мучается дольше всех, но виду не подает. Не могу больше. 23 февраля. Нас осталось трое. Говорили, весь вечер отвлекает. Язвы ноют. Как Варя терпела, не понимаю. Ну, ничего, осталось недолго. 25 февраля. Сегодня проснулся я один. Ну, что мог, сделал. Пора. Чё-то мне... Потемнело.
Что за звуки? Летун, что ли, где-то здесь летает? Вот там радиация, конечно, внутри. Так, мне на ту сторону. Ой, бляха. Ты кто такой? Не-не, успокойся. Надевай. Да, выйди ты отсюда. Нифига дозиметр здесь шкалит. Кого-то я здесь слышал. Здесь кто-то есть, походу. Да не ври, не видишь ты меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, у меня аптека еще есть. Встал, конечно. Блять, на виду. Вон там где-то он. Пойду с этой стороны. Я даже не думал об этом. Вот там кто-то был. Вон он. О, упал. Да я на опережение беру. Что-то он. Или он, или я. Три-ди-ди. Не стреляй, я выхожу. Пацаны, валим отсюда, на! Из дробаша стреляет. Собака. Да, ты чё? Да ничего. Ходить надо, бегать туда-сюда, они стоят на месте. Вот чё. Да что тут творится-то? Откуда мне это? Радиация. Ты попадешь в него сегодня. Там он внизу, сука.
Это я внутри. Он бронированный. Ты слепишь меня, скотина. Он бронированный. Надо прямо в глаз попасть. Опять здесь. И опять радиация меня сожрет. Поближе не мог сохраниться? Видать, не мог. Дуря твоя башка. Ой, бляха. Пиздец. Попасть не может, а? Откуда у меня опять кровь появилась слева наверху? Он где-то наверху стреляет, нет? Ой, бляха. Вон он. Ой, ёб твою мать. Да. То ли на что-то я наступил. То ли мне что закинули. И опять... А, здесь уже? Ну ладно. Нет никого! С какой стороны стреляли-то, я не понял. То ли с этой. Там бронированный, надо гранатой их валить. Упал. Вон там еще один. А меня-то за что? Ой, бронированный. Уходи нахер. Ни хера у него сколько здоровья. Где ваш-то? Сейчас. Ой, блядь, кто меня стрелял? Ага, вот тут наверх. Бабы нужны. Ну, такие скалбы, баб, чё ты? Ой-ой-ой-ой. Так, уходим отсюда. Это надо по-другому. А то они мне здесь
уломают. Круто. У него маслят нет, говорит. У меня тоже их мало. Да, я внизу, ищи меня там. Блять, ну что за гандон? Это пиздец, конечно. Сколько же вас тут? Ты бронированный, блядь. Пацаны, пацаны. Он не видит меня, блядь, смотри. Он не видит меня нихуя. Кого видишь-то ты? Выходи сюда. Вон куда упал, я думаю, где он? Да я в него стреляю, блядь. Там со стороны кто-то еще есть. Да, он с той стороны. Он, сука, наверху бегает. Один точно там. Хорош. О, поспать можно. Где? Да нет у меня здесь. Успокойся. Да хай свет горит-то. Крутяк. Да, дайте мне обыскать сначала.
Он на улицу уже вышел, походу. Блять, да что за... С двух выстрелов меня уварил. Бес. Ага. Сейчас жди меня, я подойду к тебе. Ой, сколько их тут? Еще есть кто здесь? Там, походу, наверху кто-то еще есть. А что хотел-то, я понять не могу. Что я здесь хотел сделать? Ты наверх хотел залезть здесь, или что? Где он там? С другой стороны? Ага. А, вот оно. Но здесь ни хера не вижу. Где он там кричал? О, еда. Хорошо. А, это мне надо открыть. Все наши мертвы, да и я. Как ни тяни резину, а Силантий, ты не дурак. Закончу с механизмом подъемной секции, тут же крылья кинут. Руки помыть не дадут. Да и черт бы с ним. Все равно никакой жизни нет. Только в дороге, получается, и вздохнули свободно. Эту запись, кто бы ты ни был, если они живы еще, помоги. Надеяться нам больше не на кого. И еще передайте им, что я их люблю. Передам, хорошо. Ну что, мы открыли. Шаги чьи-то слышу. А где тут чувак-то? Как пройти-то туда, господи? А, вот. Вот этот вагон надо, наверное, забрать. Чтобы они забрали.
Смотри-ка. Смотри прикол. Прям в упор. Карту надо посмотреть. О, там медведь. Надо к медведю потом сходить. Вон ту сторону. Как туда пройти? Туда проход замурован. Или в окружную? А. Пойду медведя найду. Сразу два. Нифига. Примерз? Примерз. Так, где это? Вот я как раз на него смотрю. Вот туда получается, куда-то. А как туда и попасть? Через вот эти штуки, что ли? Тихо. Только не тони. Да, можно было так сходить. Чё? А, заяц, кролик. Зайчик. Попрыгайчик. Зона. Чё тебя шатает-то? Кассетка. О! Мне не нужен лазерный прицел. Фига, сколько я потратил. Так. Укорочен ствол с глушителем. Пламегаситель. Так это не слышно, типа. Но этого урон побольше и точность. Да, я глушаком оставлю лучше. Кто-то ходит, блядь. Еще улучшить можно. Во. Бронька еще у нас есть, нифига. А можно эту дуру поменять как-то? А, то есть их можно еще чистить.
Гроторный магазин. О! Давай вот этот. И какой чистенький стал. Сколько у меня патронов? Тут дофига. Вот тут нету. Больше не делает. А я не знаю, что из них лучше. Оставлю этот. Да я же снял эту херь с автомата. Не поставил? Вот. Походу я не поставил. Че, опять спачкался? О, совсем другое дело. Полежать, отдохнуть? Не. Надо сохраниться. А вы пока поставьте лайк, подпишитесь и оставьте свой комментарий. И про колокольчик не забывайте. Ну а дальше пойдем. Ну, если, конечно, интересно. Так, это походу оттуда сюда, потому что отсюда туда у нас не получится. Не, сюда я не хочу. Что-то я видел. Ходит леший. О, вот это мое. Вот это я люблю. Угу. Мы типа рядом. Смотрит прямо на меня. О, барабанчик какой. Прям не сагрить. Ну, сколько их там? Лежит красавчик. Оба-на! Не-не-не, уходим. В
Сюда, видать. Вот сейчас нам дождя не хватает. Сейчас молния выскочит откуда ни возьмись. Так, это мирные вроде бы. Приветствую. Да, это я, успокойся. Да. Ну, здравствуй, браток. Здоров будь. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Тьфу, бесовщина. Нормальный человек с ухождением и нечего так нервничать. Вы уж это, на место. Ты, браток, только в меня стволом своим не тычь. Не вопрос. И ты в меня не тычь. Сейчас я заберу все, что надо. Я оставлю вас. О. Согреемся чуть-чуть. Ну все, уходим. Что-то я еще тут видел, но нет. Может, дождь переждать? Ладно, я пошел. Пока всем. Обана, одевай. Что-то не то. Так, не сюда, не сюда. Не знаю, увижу потом. Так. О, это что такое? А, это монстро. Лежит. Что-то стрёмно мне туда. Пойду сюда. Зря есть вроде Миха. Михалыч. Нифигарики. Спать. Спать сказал. Спи. Нифига себе, смотри на него. А можно я свой этот поменяю? Нет, походу. Прям смотри-ка. О, Мишка. Мишустик, привет. Тебя отнести надо. Потом. Отдать. Внутри какая тут. Царство. А? Хотя тут дождь. Не поживешь здесь внутри. Есть чего здесь еще? Так, пора уходить, а то чувствую, сейчас молния сюда придет. Дура это. Как я это не заметил-то, мне интересно. Ого, бери. Нет, туда падать я не хочу.
Тихо, куда ты пошел? Вот дурак. Куда ты пошел? Ты мне объясни. Зачем? Самое главное. Ну, хоть недалеко. Михалыча мы хоть забрали? Забрали. Ну, давай. Вот так. Ага, так мы можем отсюда. Не, подожди, тут домик был какой-то. Вон он. А мы там не были. Не-не. Надо туда. Посмотреть, что там есть. Вон туда и надо. Так мы что-то не туда пошли. Осторожно, тихо. Сейчас опять по перилам пойдет вниз. В какой стороне-то он? Ой, как глубоко здесь. Да вылазь ты уже с этого болота. Где этот домик? Поплаваем немножко. О, согрел вас, да, ребят? Да, многовато их здесь. Куда? Далеко собрался? Лежать, успокойся. Кто еще? Ой, все? Вот где понадобится. Пукалка это. О, тут самогон, аппарат. 5 июля, Роман, хоть и возвел хулу на самого святого Силантии, был зато покаран Богом. Похоже, оказался прав в одном. Нам нужно не просто уничтожать электрических демонов, а и избавиться от всяких следов богомерзкой техники, их привлекающей. Вот только как их найти? Тут без металлоискателя не обойтись. Придется обратиться за помощью к проклятой технике, от служения которой я отказался столько лет назад. Прости меня, Господи, за мое прегрешение. 25 августа. Это место подойдет. Если я и буду наказан за грех поклонения электричеству, то хоть невинные души не пострадают. Материал есть, руки помнят. Приступим, помолясь. Так. 28 августа. Металлоискатель готов. Непрерывно творя умную молитву, очистил с Божьей помощью от остатков технической ереси большой участок священной земли нашей обители. Нарвалось много металлического хлама. Наш кузнец, конечно, был бы рад, отнеси я все это ему, но негоже пользоваться добытым нечестивыми средствами. Пришлось утопить все собранное в Волге матушке. 2 сентября. Бог устами святого Силантия глаголит: нет прощения прибегшим
проклятой технологии, даже во имя благой цели. Вот и меня Бог покарал за гордыню. Попался проклятым мутантом. Кровь остановить не могу, холодно. Читающий эти строки, не повторяй мои ошибки. Не пытайся бороться с злом против зла. Отнеси собранный мной сатанический хлам и проклятое творение рук моих в дом царь-рыбы. Она защитит нашу обитель от скверны техники и электричества. Аминь. Понятно? Так, это я уже все читал. Что-то я не нашел, к сожалению. Дописываешь? Молодец. Сейчас. Нос вытру. Ой, сколько добра-то здесь. Что это такое? Ну, видать, пригодится нам. Усёма. Свечку зажгу и пойдем. Рыбаки на Волге. Рыба уже вся стухла. Так. А как мне вон туда попасть? На лодке, наверное. Да, туда как бы вроде ничего не указывает. Вот вопросительный знак, он там есть два. Ну, туда только на лодке. А здесь лодки нету. Лодка у меня фиг его знаем где. А что ты не лезешь-то туда? Уж ты какой молодец! Рыбаки, блин. Тут я что-то вижу. Видел, по крайней мере. Да лезь давай туда. Ой, дятел. Еще застрянь. А, типа усё, да? О, дружище. С первого раза. Костёр днём горит. Ой, попал. А чё аптечка мне требует? Зачем ты требуешь аптечку? Лезь давай. Неохота ему. Лезь отсюда. Отсюда лезет. Да. Не умеет, короче. Да, тут и без надобности, походу. Он летает, чудо. За мной, походу. Сбить тебя?
Больно? Сбил. Почти. Ой-ой-ой. Беги. Да куда ты? Прямо в попу. Танцуй. Где ты летаешь-то? А, вот он. Ой-ой-ой. Бери, дробаш. Ой-ой-ой. Случайно. Силен, гад. Далеко меня занесло. Как будто бы и не брали, да? Да вылазь ты отсюда, блин. Ой. Прямо в руку попал. Хотел в голову, но... Беги! Какой расход беспонтовый. Хотел в голову. Где он летал? Вон он летает. Нафиг он нам нужен. Шатает-то нас. Сразу два патрона выскакивают. Вылетают. Круги наворачивает, я смотрю. Он балдеет. Сколько вас тут? Черный. Камень кидает, смотри, паразит какой. И все. Беда. Этот поход бессмертный. Черный. Все. Как он это... Не, патроны бери. Истратил, блин, попусту. Куда мы идем, я без понятия. От куда иду, туда иду. Тихо. Возбудился, на, смотри. Ого. Тут добра. А наверху чего?
Сейчас посмотрим. Он тебя услышал. Я уверен. И тут больше ничего нету? Интересно. Тогда надо спускаться вниз. Фига нету. А наверх попасть, как не знаю. Лестницу надо передвижную. Чё они там ругаются-то? Пусто. Прикольно. Поза у него. Так, с той стороны надо подойти. Карты играли, походу. Не, патроны нужны. Нету. Кому-то что-то не понравилось, походу. Не шмаляй! Не шмаляй, братуха! Я не при делах, реально! Чисто играли, как всегда! А тот же Ган Мухлевать, походу, решил и спалился! Ну и пушку первый вынул! Я моргнуть не успел, а все шмаляют на! Что делать-то, блядь? Что делать теперь? И что это за кекс вообще? Открыли бы что ли? Может, багер в оркестр не занес или что? А мне теперь что, выгребать за него, да? Хоть бы не шмальнул, блядь. Хотя, что ему? Я же чисто бармен. Кто бармена стреляет? Честная разборка была. Я реально не при делах. Угу. Прикольно. Поиграли, называется.
Так, я же вроде здесь не был. Да я ничего не вижу здесь я. Вон они. Да давай перепрыгивай. Застрял. В сантиметре. Здорово, ребятушки. Кто здесь? Отпущу пушку. Еретик явился. Да-да, сейчас я на карту. Весть принесла нелегкая. Будто нам без того бед мало. Ты, я гляжу, человек приличный, чужак. Оружие спрятал. Да веру нашу уважаешь. Но говорить нам с тобой сейчас некогда. Мы воины-подвижники, электроборцы. Испытания у нас. Электродемонов верою поборот. Так, мне бы туда попасть. Но для этого мне нужно... Катерок нужен. Лодочка. Ага, мне вообще он туда показывает. Вот на этот островок, наверное. Да я туда не доплыву. Ну да ладно. А мне все равно на ту сторону надо. Хочешь, не хочешь. Ну-ка, как? Так что уходи лучше. Спасибо, что по-человечески ведешь себя, но... Опасно неверному тут быть. Да нас своим неверием погубить можешь. Так, мне вон туда попасть. Только как? А, вот как. Лодочка тут есть. Хорошо. Будем знать. Думал, может, стрелку надо перевести. Прав. От остатков оборудования надо избавляться. Молния определенно
генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Поживем и так. Так, ладненько. Да, блин. Роман мертв. Сом. Да, может быть, не стоило выводить народ. Можно было постепенно как-то. Да, утопили нужные вещи. Ну, бывает. Но при народе лезть в реку, устраивать скандал. Понятно, власть уплывала у него из рук. Но поднимать руку на Силантия. И ведь все, как тот говорил, все. 31 декабря. Заканчивается пленка, заканчивается год. Если будет на то воля Божья, злоключения наши закончатся вместе с ними. Мы больше не одиноки в этом мире. С нами Бог. А значит, кто против нас? Определенно не я. Значит, и дневнику моему конец. Новый год. Время начать жизнь с чистого листа. Как говорит отец Силантий, грех. Ну все, пока. Всем пока, дорогие друзья. Продолжим в следующей серии. Ставьте лайк, комментарий оставляйте. Подписывайтесь на канал, если интересно. Не забываем про колокольчик прожать, чтобы не пропустить следующие серии. И всем покедова!